тихо вообще. Три. Остальные господа, вы где? Сейчас есть. Понял, стоим, ждем. А я, кажется, приехал. Нам сейчас на ноль дорогу выйдем, там пойдем уже по моренте. Все, идем. Там будет грунтов. Вниз спускаемся, да? На ноль. Всех остальных. Вроде все приехали. Или... У кого бинокль есть? Дальше. У меня. На 110. На дороге, если ты уже пришел, посмотри на 110. Home. Торчит. Проплешин. Я спустился уже. Ну, ладно. Ладно, спускаемся. Будем держать стон, правильно? А, ну, понял, просто это... Даже 90. Этот холм и есть 134-я высота? Да. Мы его обходим. Прямо по дороге не будет. Он с правой стороны, по-моему, будет. Ходим, на него не вылазим. Там наверняка кто-нибудь сидит. Ну, кто-нибудь может сходить, конечно, проверить. Желающий. Я хочу пощупать. Ну, все, давай, иди. Если я перестану отвечать, рацию менять. Ты лучше сам смени рацию, а потом выйдем на нашу. Ладно, возьми тогда бинокль. Я целый схожу. Я еще спускаю. Рапид, вижу сметану, вижу, тебя не вижу. Я самый последний. Ладно, стою, жду. Минуты не завезли. На дорогу выйдем. Что за машина едет? Что потерялись? Да на 90 идите, идите. Вы не потеряетесь. Пересечете дорогу извилистую. Как упретесь в дорогу. Впереди.
Это вот. Стреляю. Не, не я. Это СУФ едет. Ксюха, стреляй. Свенни. Это АВ, скорее всего. Встретил кого-то. В пулемет. Возможно, наш. Но я вижу начало дороги. Ну вот, сориентируйтесь, а потом от нее уже. Как там двигаться дальше по маршруту? Судя по всему, АВ умер. И с этой высоты значит, что там может прилетать или прибежать кто-то может. Да, правильно. Так, все, мне отдых нужен, пока одинок. Я хоть кого-то убил? Меня, наверное. Вы там лежали так втроём. Красиво. Я бинокль смотрю. Ну, батюшка, вы там разошлись.
О боже, это тест я сделал, ВДШК поставил гараж. Там, кстати, какие-то документы нашли, поставили. Да. Зачете? Да. О, да, пойдем. Не видел. Там перемешалось. Собачку так никто не пристрелил. Он ходил, он слышал, видимо. Что там заложники что ли взяли? Меня пытались взять. Я решил кинуть гранату под себя. А что случилось? А, собака кого-то загрызла. Собака загрызла. Кого, меня что ли? Или кого? Оккупант. Кто умер сейчас? Вот я умер. Даркнесса, да. Даркнесса загрызла собаку. Да ее же не было, не, собаки не, рядом, но она тебя загрызла. Меня ворон застрелил. Он ко мне сзади подошел, говорит, тихо, выбирай. Такие вещи говорит, что собаки едят. А че собаки какие-то непонятные? Они не грызут, ничего, звук вообще за 3-9 земель. Ну почему, сейчас одного сгрызли? Ну вот у меня дымы, я бросил и сдох. От дыма? Глазки не понял защищала. Я. Не, в меня попали. Ага. Я перевязался, но. Попали. Даркнесс, сейчас собака загрызла. Меня ворон застрелил. Он подошел ко мне впритык и разговаривал со мной. И кинул под себя гранату, он меня убил. Господа. Потом он меня хотел в плен взять. Резко будет еще или нет? Да, наверное, все равно. Mm-hmm.
дырку, прости. Забыли. Я смотрю камуфляж, смотрю, джинс нету. Смотришь мевка на меня, да? Надо убить. Вот мент прохаванный. Питер и Иванчик сидят, играют так это рядышком. Пасочки. Получился. А Иванчик, вот с Питерочкой. Он бы услышал, если бы в наушниках. Собака всех что съела? Ага, собака победила. Вон сейчас спикер нафрагает. Или нет, нет, свой подошел. У них ЧЗ-ки нет? Полковник. Сейчас ворон в спину зайдет. Короче, Иванчик сейчас пойдет и порешает вообще. Так, ну что, сейчас собаки перегрызли? Там еще одна жива где-то в районе зоны. Сейчас я Иванчик как понял, съел. Собака 4 съела, или 3. Я не знаю, просто по мне вроде бы сокрашки стреляли. ПЗ, внеси, пожалуйста, в брифинг в эти заметки, что собаки едят людей. Что собаки? Что собаки атакуют. Mm-hmm. Что они должны делать? Гавкать. Ты одного что съел? Съел кого-то, он не сможет. Я не знаю, что их не убивает. Так обычно они не едят. Нет? Не, обычно собаки в сакашки не стреляют. Собак? Всех собак. Ну, не могу понять, откуда прилетело мне то. Никого рядом нет, врагов. Тоже Гуша. Просто так прилетает. Калаш слышал. А ты где был, на севере? Я был на своей метке на горе и немножко спустился, там морфин искал, труп полутал, меня кто-то убил. Север на своей метке получается. А, просто на зеленом фоне не видно никого зеленых. Еще один минут заходи, да, подожди, солнце будет светить, ничего не видно. Все столько есть. Сейчас Декер должен заметить он. Ну, заметил. Где? А, у меня ворон слил получается. Дюна прям полный рост. Сейчас убью всех. Чё за дичь? Наша задача основная была деньги свести. Как так? Пипец рассинхрон. Он живой. А. Пимона взяли, в принципе. Сейчас машину посадят, загонят на медведя и сожгут. Закроют нам их на путь. Блин, ну, без шумка еще. Вот заново, блин, и что он с ним делать будет? Живой щит. На себе, да, потащит и прикрываться будет. А Иванчик вообще решил поползать. Не убивай, Химон. Не убил. С 4 выстрелов в голову. Или убил? Убил, убил. Злой. Злой нет в продаже.
У него форма еще такая. Зеленая, погоня. Дим, он пограничник. Все началось с того, что мы потерялись в лесу. Кто потерялся, кто нет. Бисмут, включи. Че он мутит? Ну, спрашивал где-то. Пограничник. Так, Иванчик, все, лежалки? Ждалки. Ксюха сделает или чего-нибудь. Всех ждалки, лежалки, понятно. Один даже улетел. Эфоры сейчас, может, что-нибудь выберет. Спитером. Я вот спитер спином, наверное, такая, вот у него воздух. Стул. А, сейвер Иванчика прошел, да, мимо? Что он за дек ворвался ствол? Вроде таких не было у нас. UMP. А, КАЦ ПДВ вот этот. Пистолет пулемет? Да-да. КАЦ ПДВ. Прикольный он, я на инсурге с ним бегал. ДШК в доме Тиле. Тесса. Это так целенаправленно лезет. Декфер еще труба, да, за спиной? Может даже убить кого-нибудь. В доме. Они все собираются в одном месте? Ну да, как раз под выстрел трубы. Иванчик всех слышит, но никого не убил. Так, скул. У него же с глушаком, по-моему, или обычно с 74. Ксюха, по-моему. Обычно. Ой, на него идут, по-моему. А, бабка. Да, справа. Как он? А, это бот. Бабка. Там еще пацан выше пробегал. Видите, чем должен был. Бабку что ли? Саверу свои завалили. Нет, по-моему, Иванчик меня завалил. Да, да. Я его раз 40, короче, крикнул, то что свои. Приглушивай. Что со мной сделать хотел? А, не знаю. Я слышал как-то. Иванчик глухой. Мне просто интересно, что бы мы делали? Так бы и лежали, да? Да. 80% в том, короче, это дало пиво. Я... Так как правильно, чем мне лежать, что ли? Махнов там с тобой воюет? Давай я шустрей, пока все не пришли. Что ли? Дима, поганки собирает, да? Нет, вы получили, завалили, нет. Меня тоже Кархарыч получает завалил, но вот этот коллаж глушит прям. Вообще Иванчик стрелял. А, может Махнов стоит на метнуть как-нибудь, что он немножко не там. Нет, я вроде Кархарыч завалил. На, у него единственного слова глушит прям. Иванчик, каем. Ты ладно. Ну ты так и думал, что меня свои завалят. Че ты не видишь, что ли, движуха там в елке? Да куда я там увижу? Я... Блин, он, наверное, графон выстрелил. Ну как? Вообще непонятно, как Спиттер вдруг повернулся туда. Ну он шел туда на выстрел. Я так понимаю, у Азарда лучшая засадная позиция. Как он там стоит. Махно вообще ушел куда-то не туда. Так, ну это уже не реал. Вон один остался.